Конкурс «Мисс студенчества России» на финишной прямой. В минувшие выходные участницы, 38 девушек со всей страны, соревновались в спортивных и творческих этапах конкурса на базе Энергоуниверситета, регионального организатора. Сначала студентки сдавали нормы ГТО, затем стали частью благотворительной акции помощи детям-сиротам, а после встретились с уполномоченным по правам студентов страны Артемом Хромовым. Напомним, «Мисс студенчества России» – это конкурс красоты, грации и творчества, затрагивающий все аспекты студенческой жизни, в том числе правозащитную деятельность. Финал феерии моды, красоты и ума состоится 25 ноября в 18:00 в зале музыкального театра. Не случайно модельное агентство «Деловая женщина», которое ставит нам все дефиле конкурсные, которое никогда не принимало участие в подобных проектах, вот именно ради того, что мы раскручиваем не просто бренд красоту, а молодость, активность, спорт, интеллект, талант, присоединилась к нам, за что мы им тоже очень благодарны.